то ты должен ей работать до самой смерти, иначе счастья не видать. Еще говорят, что спонсоры это как папа и мама, они тебя родили, а родители не предают. Ну компания же тебе помогла по здоровью, ты же вот пропил продукцию, ты должен ей благодарен быть пожизненно, иначе ты просто какой-то там или предатель, или неблагодарный человек и так далее. Есть тут правда или нет? Ну вот смотрите, смотрите, мы же если где-то работаем, да, в каком-то коллективе, мы же можем менять работы и при этом оставаться друзьями со старым коллективом, правильно? Перейти с одной школы в другую, да? Перейти с одного завода на другой. И при этом не быть врагами, как бы с бывшим начальником или там друзьями. Это естественный процесс. То есть человек все равно по жизни ищет более удобное для него место. Если он способен оценить. Оценить, если он способен проанализировать и так далее. Еще есть такое правило, когда-то я тоже его услышал, оно мне помогает. Хорошие друзья, это не значит хорошие бизнес-партнеры. Хорошие друзья, это не значит хороший бизнес-партнер. Для женщин это может быть звучать по-другому. Хорошие друзья и подруги не будут кормить своих детей. Ну и тем более оплачивать твои поездки на Кипр, вот, или на какие-нибудь, или на Канары, допустим. То есть это не одно и то же. И если вы поменяли место работы, это не значит, что вы предали своих друзей, или что вы возгордились, или что вы неблагодарны. И часто еще бывает, ну скажем так, те первые мои наставники и спонсоры, которые были в первой сетевой компании американской, я в общем-то их благодарен, и у меня нормальные отношения с ними. Хорошо. Это вот такой миф. Следующее мнение бытует в сетевом маркетинге, тоже неправильное. Если в твоей компании или в твоем проекте что-то начало не получаться, или возникли сложности, то не нужно долго ждать, нужно сразу менять проект. Нужно просто вот не ждать, не тянуть резину, а быстренько ноги в руки, чтобы никто тебя не обогнал, не опередил из твоих дистрибьюторов или спонсоров, надо быть первым перескочить в другую компанию. Перейти в другую компанию. Это тоже не совсем правильно, потому что ну, это так называемые литубы, да, как их называют, дистрибьюторы однодневки. У них нет понятия, что такое создание стабильной сети, что такое остаточный доход. У меня такие есть знакомые, и не один. Это люди, ну вот у меня есть рекорд, который, человек, который за вот эти 7 лет, что я создаю остаточный доход в одном проекте, он поменял уже, по-моему, ну не меньше 15 проектов за 7 лет, возможно, даже больше, потому что я не все отслеживал. Я засекал время по календарю, не по часам. Вот. Это буквально, вот, ну, вначале это было раз в полгода у меня, а в последнее время вообще раз в 3 месяца. 3 месяца как проходит, ну, человек уже в другом проекте. Опять 3 месяца проходит, уже в другом проекте. Естественно, ни о каком стабильном доходе речи не идет. И часто, возможно, человек ну, просто обманывает сам себя, потому что в многих проектах нужно вкладывать свои деньги. Возможно, он только отбивает свои деньги, возможно, не отбивает, зарабатывает, не зарабатывает. Ну, такой увлекающий человек. Хотя, казалось бы, ну, позитивный человек. И у таких сетевиков, псевдо в кавычках, возникает иллюзия, что они становятся профессионалами сетевого бизнеса. Почему иллюзия? Потому что они знают все компании, они побывали везде. Вот, как кто-то говорил, я Ленина увидел, живем. Вот, поэтому они в курсе дела. На самом деле они по верхушечкам. Они просто знают маркетинг, они знают продукт, но они не знают, как создавать действительно доход.
Вот. Ценность не в том, что вы обладаете знанием. Знания ничего не, в общем-то, особо не значат без опыта и без умений, без навыков. Правильно? Потому что можно все читать, какие есть там фортепиано, музыкальные инструменты, историю музыки, вот, даже знать, как там пальцем побрынкать на этом, да, на пианине там собачий вальс. Но музыку не сыграете, а тот, кто умеет сыграть, не всегда сможет заработать деньги. Ведь важно заработать хорошие деньги, умея, допустим, играть музыку, а не просто играть или не просто знать. Правильно? Вот чтобы не было такой иллюзии в сетевом бизнесе, что вы все знаете, важно уметь зарабатывать деньги. И не просто их зарабатывать во втором квадранте, как я рисовал, а именно в третьем и четвертом секторе. Так, хорошо. Следующее мнение, которое бывает, и я считаю, что оно ложное, есть мнение, что выгодно работать сразу в нескольких компаниях одновременно. Двух, трех, есть рекосмены, работают там в пяти компаниях, в шести, а есть даже в десяти. Вот, везде одновременно. И такой дистрибьютор, он аргументирует, скажем, он говорит: Валера, ну что ты мне можешь рассказать только про свою компанию? А я могу тебе предложить и то, и это, и пятое, и десятое. Вот, как бы вот человека встретил, и вот его могу любую информацию, любую продукцию. Мне такие люди напоминают карабинников, вот в свои времена были карабинники, да, такой вот короб, там, на все вкусы. Ну, сейчас это, говорит, знаете, есть столики, написано, все по рублю, там, или все по 50 копеек. Угу. Ну, там, по 10. Да, да, и все подряд. На самом деле, здесь не пахнет никакой стабильной сетью, здесь не пахнет никакой свободой. Вот те признаки остаточного дохода, да, которые дают образ жизни интересный, здесь просто пожизненно тяжелый труд. Пожизненно тяжелый труд. Просто дополнительные какие-то деньги. И, как я говорю, не обязательно такие деньги можно заработать где угодно. И не мучиться как бы и в сетевом маркетинге, скажем. Не эта цель. Ну, еще какие нам предоставляют некоторые люди аргументы, которые не играют роли никакой для большого бизнеса. Допустим, говорят, наша компания самая старая. Самая старая. Я говорю, ну, если вы работаете на самом старом заводе, в чем здесь преимущество? Надо смотреть условия, надо смотреть, какие у вас условия карьерного роста. Надо смотреть, сколько вам сейчас платят, процент выплат, правильно? То есть, может быть, компания старая, а денег будет мало. Хорошо. Следующий такой вот миф. Говорят, в нашей компании самый большой товарооборот. Вот в нашем там миллиарды долларов ежегодный товарооборот, или ежемесячный, да, или еженедельный. А сколько в вашем? Вот, как я говорю, с товарооборота компании воды не пить. Да? Денег не получаете. Вопрос, сколько вы в этой компании получаете денег. И есть компания, как я называю, компания фейерверк. То есть она там зажглась, да, на небосводе, быстро, очень сильная мотивация, какой-то суперпродукт или какой-то супермаркетинг. Поблистала буквально там несколько минут, 5-10 минут. И все, и потухло. Вот. Поэтому оборот может быть большой, да, огня может быть много. Вот. Но тут не мгновенно как бы. А жить нам долго, правильно? Сверхзвезда. Да. И потухло. Да. Сверхзвезда. Как во Вселенной. Хорошо. Да, дальше. Есть такое мнение, что вот важно, чтобы компания была первой. Первая на рынке, новая компания. Покупать новую компанию. И самое важное, чтобы в этой новой компании быть первым. Хотя есть опыт, есть статистика, что риск, то, что новая компания просуществует не больше года или не больше трех лет, ну, максимально 5-10 лет, это риск 99,9%.
очень большой риск, что компания, она будет недолго на рынке. Не буду говорить, какие условия нужно, чтобы компания была стабильная. Это тема отдельного семинара. Это долго слишком, как бы это немножко другой раз. Тоже миф, что нужно быть первым. Ну, скажем так, ты первый, да? Во-первых, ты от кого-то уже узнал, значит, ты уже не первый. Тебе же не сам президент компании просто вот вручил пригласительный лист. Ты будешь первым. То есть ты узнал от какого-то уже дистрибьютора, который уже не первый. И ты, естественно, не первый. Вот. Хотя некоторые говорят, я знаком сам с основателем, то есть я у него в первой линии. Вот. Ну хорошо, ты будешь первый. Вопрос, как долго ты будешь первым? Как долго будут твои дистрибьюторы? Твои дистрибьюторы уже будут не первыми, а их дистрибьюторы уже будут там 25-ми или 310-ми. То есть вот этот мотив, что будет первым, мгновенно исчезает, как только сеть развивается, те люди уже, скажем, мотивация быть первым, она уже исчезает, потому что они уже не первые. И опять же, это принцип компании однодневок. Ну, признак компании однодневок. Если вам говорят, что ты будешь первым, ну, лучше туда вот вообще даже нет смысла слушать. Потому что, как правило, это нестабильная компания. Нет других ценностей, поэтому единственная ценность, что ты будешь первым. Это, знаете, как напоминает, когда-то были очереди, дефицит каких-то товаров, стоит в очередь, подходит мужчина, говорит, зачем очередь, мы не знаем. Вот. Становитесь, будете первым сзади. Вот. И когда доходит очередь, и кажется, что там продаются товары, которые ему совсем и не нужны. Ну, допустим, женские колготки, у него нет ни дочки, ни жены, а ему они не нужны. Вот. То есть можно просто попасться на вот эту психологию, как бы, ну, толпы, скажем так. Да? Все бегут, и я бегу. Куда бежите? А, побежали, все бегут. На этом можно поймать. А следующее, допустим, то, что не дает стабильного дохода, иллюзия, когда говорят, некоторых приглашают на уникальный продукт. Наша компания единственный, неповторимый, единственный в мире, изобретен лауреатами Нобелевских премий, ну и так далее. Запатентованный, никто не повторит, и без него вообще жить нельзя. Вот. Почему? Ну, потому что в наше время нет секретов, да? Сложно создать какой-то суперпродукт. Ну и часто создается вот под эту легенду, да, под эту сказку, что-то такое, что оно особо ценности не имеет. Без чего можно обойтись? Получить тот же результат, который обещает этот продукт, другими путями. Гораздо более дешевыми и гораздо более простыми. Потому что суперпродукт не гарантирует, что его будут покупать, что его будут понимать, зачем он нужен. И это не гарантирует, что компания вообще готова вам выплачивать за это деньги. И что не сделает из вас просто продавцов этого продукта. Хорошо. Следующее. Когда людей приглашают на известного человека, который работает в нашей компании. Только в нашей компании. Самый известный. Написатель романов по сетевому бизнесу, там, бывший миллиардер и так далее. Да. Ну, во-первых, часто этих известных людей просто, ну, вот как вы знаете, рекламу с известными артистами, да, они и никогда не нюхали того, чего они рекламируют, да, и не пользовались, ну и заплатили деньги, это зарабатывание денег. Часто известные люди просто позволяют за деньги использовать, скажем так, свое имя. И даже иногда появляются на каких-то семинарах. Их используют вместо флага. Вот, чтобы привлечь других людей. Приходите, потому что вот такой человек, он не может ошибаться. Заканка, раз он с нами, значит, все остальное, он делал выбор 25 лет или там 150 лет среди всех компаний, выбрал нашу компанию. Вот. И, в общем-то, даже этот человек может создавать сеть, но это не обязательно, что вы там заработаете деньги. Он может быть вот в этот процент ходить, но вы не войдете. Понятно, да? Хорошо. Ну и еще, скажем, есть такое понятие, как говорят, у нас самые большие выплаты процентов.
Самые большие выплаты процентов среди всех компаний. На самом деле проценты могут быть и большие, но если их превратить в деньги, в конкретные деньги, то деньги могут оказаться маленькими, поскольку в компании нет условий, чтобы вы могли создать большой товарооборот. Ну, скажем так, если процент самый большой, допустим, компания платит 100%, ну, возьмем как бы, да, крайность, а ваш товарооборот равняется 0, то при таком большом проценте вы получите 0 денег. Поэтому, возможно, не в этой компании нужно посмотреть, какие условия создания товарооборота при этих процентах. И я говорю, что некоторые банки, они тоже могут обещать большой процент, если вы вложите свои деньги. Вот. Но через какое-то время может оказаться, что вы придете, увидите большой амбарный замок на этом банке и поцелуете закрытую дверь. И чаще всего так и бывает. И второй вопрос. Вот этот процент, его нужно еще понимать. Часто этого процента там нет, о нем просто говорится. То есть это не факты, а просто мнение. И презентационный материал. То есть такое понятие, вот есть тоже такой анекдот. Мужчина попал на небеса после жизни, да? Вот. И, в общем-то, там две двери, на одной написано рай, а на другой написано ад. И ангел говорит: слушай, ну вот у тебя есть право выбора, ты можешь выбирать, попасть в рай или в ад. Он говорит: а можно немножечко посмотреть, что за этими дверями, чтобы я выбрал, да? Двери, как бы, двери там, дубовые. Вот, а что за ними, я не знаю. Ну, хорошо, говорит ангел. Приоткрывает дверь в рай, и там, скажем, спокойствие, там цветущие сады, цветочки, люди в белых одеяниях, так спокойно гуляют по аллейкам, по лужайкам. Вот. Он говорит: ну, хорошо, нормально, солнышко светит, да? Вот. Он говорит: ну, а можно я посмотрю, что такое ад? Открывают, а там девушки молодые пляшут в коротких юбках, вот. Вино рекой льется, веселье, гуляние, праздники сплошные, там фейерверки, да? Вот. Люди все там в бриллиантах ходят и так далее. Говорит: наверное, вот мне больше нравится вот эта дверь, вторая, да? Вот. Открывается дверь, говорит: ну, ангел, на все твоя воля, вот твой выбор. Пускает его в ад. Человек открывает глаза, смотрит, что-то горячо, что-то пахнет дымом, вот, и какие-то рогатые вокруг него стоят, и там на котле, он видит, что он уже сидит в котле, его там варят, хотят из него уже сделать суп, сварить, или жаркое жарят. И тут он вскричал, говорит: Господи, ну ты же мне вот показал, да, это же совсем не то место, которое я выбирал. А ему говорят: ну так тоже была презентация. Вот. То есть не всегда вот пословица, вот четко держите в голове: не все то золото, что блестит. Вот не все то золото, что блестит. Потому что золото может быть поддельно, и возможно через несколько месяцев оно вообще почернеет и окислится. Хотя будут продавать как золото. По дешевой цене. Красивые блестяшки по дешевой цене. И не все то бриллианты, что блестит, правильно? Нужно разбираться. То есть для этого нужна грамотность, чтобы вас не обманули. Нужна грамотность определенная. И, кстати, если вас позвал ваш родственник или друг в этот проект, и он очень, там, казалось бы,